Всем привет, мои дорогие друзья. Снова извиняюсь за такое плохое освещение. И сегодня у нас набор такого вот наборчика Лего Сити 5+. Такая вот полицейская машина. Я ее уже забрал. Вот как этот набор выглядит сзади. Вот. В этом наборе, значит, были два таких конуса. Они очень легко делаются. Берете одну такую деталь и одну такую. И просто соединяете. Получается конус. Также был один полисмен. Он шел с кепочкой. У него видно очки, улыбка. Значок, рация, вот сзади написано полиция, еще одна рация. Как-то так. Ой. Ну ладно, сама приехала, нормально. Также была вот такая вот машина, из-за которой я этот набор и купил. Такая вот крутая машина. Очень быстрая. Если вот так вот сделать, она очень быстро едет. Мигалки, знак, написано полиция, фары. Тут вот передняя часть никак не цепляется, бампер, и задняя тоже никак не цепляется, потому что оно тут скреплено. Могу показать, если мне это получится, отцепить. Ладно, не получится, значит не покажу. Фары впереди. Написано полиция сбоку. В кабине видно, это типа сиденье, руль, это еще какие-то знаки, стекло, сзади номер, фары. Снизу она выглядит вот так. Если хотите, то могу показать инструкцию. Вот. 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 Если хотите, то можете остановить съемку, собрать. Я, в принципе, не против. Вот. 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 И сейчас закончится. Инструкция, в принципе, маленькая. Вообще маленькая. Даже очень. Вот все детали нарисованы. И еще что-то непонятное. Такой вот набор. Если он вам понравился, то поставьте лайк этому видео. Также тут были запасные такие 4 детальки. Если вам этот набор понравился, то обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Также, если хотите, то можете написать комментарий какой-нибудь. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока.